Модель Golf, равно как и марка Volkswagen в целом, до недавних пор была одной из самых популярных в России. Но по прошествии времени народный автомобиль по стоимости залез в антинародную нишу, став менее желанным приобретением, в том числе и на вторичке. Хуже то, что концерн VAG стал использовать не очень удачные технические решения, которые снизили интерес к модели даже у себя на родине. Давайте узнаем, насколько обременительной будет эксплуатация вот, например, такого шестого Гольфа с пробегом. С вами Петр Баканов и программа «Подержанные автомобили». Шестой «Гольф» выпускался всего 5 лет, с 2008 по 2013 годы, без рестайлинга. Сегодня прайс на этот хэтчбэк зависит в основном от общего технического состояния и пробега, который оказывается частенько скрученным. Примечательно, что самыми дорогими нередко оказываются простые атмосферные модификации с непопулярными ныне механическими коробками передач. Конечно, еще есть версии GTI и R, но мы их уже адресуем состоятельным гурманам. Volkswagen Golf — это супердинамичный и экономичный автомобиль. Именно за это его любят абсолютно все. Его покупают как первый автомобиль и молодые люди, также и более взрослые автомобилисты для поездок по городу и в дальние путешествия. Например, совсем недавно подобный автомобиль мы продали в Ростове-на-Дону. К нам приехал клиент, который каждый год путешествовал на море на «Лада Калина». И в этом году он решил проехаться по всему Кавказу. Они вместе с семьей сдали нам «Лада Калина», взяли автокредит и купили новенький Volkswagen Golf. Кстати, если вы также ищете проверенный автомобиль в кредит, заходите на наш сайт автомама.ру, где в карточке каждого нашего автомобиля есть удобный кредитный калькулятор, в котором вы можете посчитать свой ежемесячный платеж на своих условиях от ведущих банков-партнеров. Ну и по традиции ждем вас в гости. Начнем мы повествование с беспроблемных моторов. У шестого «Гольфа» таковых лишь два. Древний, но основательно модернизированный восьмиклапанник 1.6 MPI серии EA113 и 16-клапанник 1.4 MPI CGGA семейства EA111. Первый вариант предпочтительнее, поскольку для именитого автомобиля гольф-класса, простите за каламбур, 102 силы больше подходит, нежели 80. И еще один момент. По конструкции 1.6 значительно проще, нежели 1.4, так что ремонтировать его легче, и большинство сервисов знакомы с этим агрегатом. К тому же запчасти на него стоит недорого, поэтому для шестого «Гольфа» это оптимальный выбор. При обычной эксплуатации данный агрегат легко выхаживает 300-350 тысяч километров. А если за онным хорошо ухаживать, то есть почаще менять масло и лить это самое масло нормальной вязкости, плюс не заправляться где попало, то до износа поршневой группы 1.6 MPI способен пробежать все 500 000 километров. В целом мотор 1.6 MPI грешит лишь тем же, чем и большинство старых атмосферников. А именно, залеганием поршневых колец, разрушением пластиковых патрубков, а также течами резиновых уплотнений. Но обычно все это случается при пробегах за 150 тысяч километров, да и то далеко не у всех автомобилей. Основные нарекания приходятся на топливную аппаратуру, поскольку она стала более нежной, нежели на предшествующих версиях этого двигателя. Изнашиваются распылители форсунок, иглы и их седла, а также зарастает грязью блок дроссельной заслонки. Форсунки приходится менять, а блок чистить. Двигатель 1.4 MPI тоже заслуживает теплых слов. И он вовсе не одноразовый, как его многие частенько попрекают. Однако для ремонта данного агрегата потребуется заметно большая квалификация, нежели для атмосферника 1.6. Основная его проблема чисто потребительская. Не хватает лошадок, поэтому, чтобы получить хоть какую-то приемлемую динамику, его приходится выкручивать в звон частенько на каждой передаче, что, конечно же, не может не сказаться на ресурсе. Однако, если над ним особо не издеваться, то свои 300-350 тысяч до капремонта он выхаживает. Еще один минус — комплектация. Самому слабому движку положена лишь пятиступенчатая механика, а в России народ уже успел избаловаться двухпедальными версиями. А вот турбомоторы малой кубатуры 1.2 TSI и 1.4 TSI — это совсем другая история. Они прекрасны всем. Тяга на низах, мизерный расход топлива и достойные динамические характеристики. Двигатели 1.2 TSI отличались уровнем форсировки. Тот, что с индексом CBZA, развивал 85 лошадиных сил, а с индексом CBZB — 105. Если слабосильная модификация была доступна лишь с пятиступенчатой механической коробкой передач, то для 105-сильного варианта, помимо уже шестиступенчатой механики, был доступен 7-ступенчатый преселективный робот DSG. Однако эти моторы хороши, покуда они новые. Турбины на 1.2 TSI уже массово не летят, поскольку их слегка модернизировали. И, скорее всего, на подержанной машине в этой модификации ее уже меняли, однако оценить состояние и работоспособность турбокомпрессора необходимо.
Первый признак износа турбины общеизвестен – она вся в масле. Также турбина могла внезапно отключиться. И если на моторе 1.4 нужно было менять исполнительный механизм актуатора турбины на доработанный, то на моторе 1.2 TSI в большинстве случаев достаточно было просто добавить дистанционную шайбу-проставку в электромагнитный механизм актуатора турбины, а после этого уже перепрошить электронный блок управления. Привод газораспределительного механизма также в зоне риска. Случалось, что цепь перескакивала уже при пробеге в 30 тысяч километров, причем разборка узла показывала ощутимый износ. При первой модернизации усиленная цепь ставилась без замены нижней шестерни, запрессованной на коленчатом валу, так как последняя не поставлялась как отдельная запчасть. Соответственно, для ее замены пришлось бы менять весь коленвал целиком. В 2011 году газораспределительный механизм был основательно модернизирован. Цепь в очередной раз была усилена, изменили звезды на распределительном и коленчатом валах, причем последняя стала поставляться как самостоятельная деталь. Кроме того, на крышке газораспределительного механизма появились специальные приливы, чтобы при ослаблении цепь уже так не перескакивала. Скорее всего, у подержанного шестого «Гольфа» цепь уже будет поменена, причем на модернизированный усиленный комплект вместе с крышкой. Но даже после модернизации ее ресурс не слишком велик – от 70 до 100 тысяч километров. Не может похвастать долголетием и цепь привода масляного насоса, которая также имеет обыкновение вытягиваться, а в запущенных случаях даже рваться. Так что ее тоже следует поменять при ревизии газораспределительного механизма. С этим узлом связана и еще одна особенность. В силу слабой конструкции, а также возможного износа механизма на подержанном экземпляре, лучше не оставлять машину с механической коробкой на передаче во время парковки, особенно на уклоне. То же самое касается и запуска с толкача. В сети ходит множество историй о том, что даже вот такой вот небольшой проворот колена может привести к тому, что на неработающем моторе цепь преодолеет сопротивление натяжителя, лишенного давления масла, а также блокировки обратного хода, и в итоге возникнет люфт. Впоследствии при запуске мотора, покуда рабочее давление в натяжителе не придет в норму, высокая ударная нагрузка от коленвала, которая будет воздействовать на провисшую цепь, может привести к ее перескоку. Поверить в такое сложно, но определенный здравый смысл в данном совете есть. Это еще раз подчеркивает общую слабость всей конструкции. Не повезло маленькому TSI и с топливным насосом высокого давления. У него часто выходит из строя толкатели с роликами и изнашивается соответствующий кулачок распредвала. Но мотор 1.2 у нас не особо распространен. Львиную долю рынка захватил двигатель 1.4 TSI CA-XA, или, как его прозвали в народе, Саха. Он был представлен в самом простом исполнении на 122 лошадиные силы. Впрочем, у него были те же проблемы, что и у турбомотора 1.2. А помимо вышеописанных, у 1.4 TSI обнаружился ряд других недоработок. Поршни здесь слабоваты, нередко прогорают или разрушаются, а в целом неудачная конструкция приводит к масложору. Свою ложку дегтя добавляет и теплообменник интеркулера во впускном коллекторе, который засоряется масляным шламом из системы вентиляции картера и перестает нормально охлаждать воздух. Плюсуем к этому и не самую надежную электропомпу. Иногда отказывают датчики управления, но это в основном происходит из-за левых прошивок после чиптюнинга. У более мощного 160-сильного мотора 1.4 TSI CAVD проблем оказалось еще больше. Поршни прогорают и разрушаются чаще. Добавились проблемы и с коленвалом. От чрезмерных нагрузок вкладыши быстро изнашиваются и крошатся. Плюс ко всему сюда добавили еще и компрессор, привод которого конструктивно объединен с помпой и имеет обыкновение отказывать, а менять-то приходится все в сборе. Также не самой надежной здесь является сложная система впуска с дополнительными заслонками и датчиками. Кроме того, нередко отказывает фазовращатель на впуске, что проявляется стандартно – треском из-под капота при запуске. Чтобы хоть как-то продлить жизнь столь капризным агрегатом, нужно лить масло с горячей вязкостью не менее 40 единиц и перейти на 98-й бензин. И никакого 92-го. Турбированные двигатели 1.8 и 2 литра ровно серии EA888 тоже дадут дрозда, ведь все вышеописанные проблемы малых турбомоторов касаются их почти в полном объеме, при этом затраты на ремонт будут куда выше. Это и слабые фазовращатели, и недолговечная цепь привода газораспределительного механизма, замена которой обойдется в разы дороже, чем на моторе 1.4 TSI, и неуемный масложор.
А учитывая то, что двушки ставились на мощные спортивные версии, то такие машины гоняли в хвост и в гриву, и к тому же еще адово чиповали. Неуемный масложор – тоже их отличительная особенность, равно как и не самые крепкие турбины, топливный насос высокого давления или редукционный клапан масляного насоса. Уже при пробегах от 100 до 150 тысяч километров эти движки начинают сыпаться, вынуждая владельца серьезно раскошелиться. Турбодизельные моторы 1,6 и 2 литра ровно серии Я-189 на этом фоне выглядят неплохо. Собственно, проблема у них одна – низкое качество солярки в России. От нее накрываются форсунки, барахлит клапан ЕГР, а также сажевый фильтр. При этом топливный насос высокого давления выхаживает где-то 200 тысяч километров, а то и больше. Его состояние напрямую зависит от качества заливаемого топлива. Ремень газораспределительного механизма лучше менять не на 160 тысячах километров, а на 120 тысячах. И при этом нужно неустанно следить за состоянием поликлинового ремня привода вспомогательных агрегатов. Если он оборвется, то его лоскуты может засосать в газораспределительный механизм. Но у нас дизель на шестом «Гольфе» редко встретишь. Такие версии во времена своей молодости были весьма дороги, а потому не популярны. Теперь перейдем к трансмиссиям. Здесь, увы, тоже не обошлось без проблем. Механические пятиступки на малокубатурных моторах прославились ранним износом обоймы подшипников первичного и вторичного валов. А у шестиступок были проблемы с дифференциалом, который нередко разрушался при серьезных нагрузках. Также владельцы были недовольны посторонними звуками при работе, которые могли возникнуть при пробеге в 20 тысяч километров. Их прозвали словечком «тарахтун». При нажатии на педаль сцепления звуки пропадают. Выяснилось, что источником шумов является муфта синхронизатора первой и второй передачи. А поскольку эти звуки на функционал не влияют и позже не прогрессируют, то смысла менять синхронизатор нет. Еще одним источником грохота, который может возникнуть при пробеге уже в 50 тысяч километров, признано сцепление САКС. Сервисмены рекомендуют в этом случае менять его на изделия других фирм. И напоследок перейдем к скандальным роботам DSG. Самая распространенная коробка, положенная большинству двухпедальных гольфов, это DQ200 или DSG7. У нее есть ряд врожденных дефектов. И единственное, что может утешить следующего владельца, так это то, что на подержанной машине она уже наверняка ремонтировалась, сцепление менялось, а программа управления давно перепрошита дилерами. Но сбои в работе все равно время от времени происходят, а комплект сцепления вряд ли сдюжит больше 70 тысяч километров. Никуда не делись и проблемы с дифференциалом. Резкие старты и частые пробуксовки ведут к прихвату сателлитов, а смерть дифференциала означает и кончину всей коробки. Семиступенчатый робот серьезно модернизировали лишь в 2014 году, но к тому моменту шестой «Гольф» уже не выпускался. Более старый, надежный и ремонтопригодный шестиступенчатый агрегат DQ250 или DSG6 полагался мотором с крутящим моментом более 250 ньютон-метров. Если в этой коробке менять масло каждые 50 тысяч километров, то этот преселективный робот спокойно служит 200 тысяч километров или даже больше. То же самое касается и комплекта сцеплений, который в среднем служит где-то в полтора раза дольше, чем на семиступке. Что касается полноприводной трансмиссии, то она встречается лишь с дизельными модификациями или на горячей версии R, то есть очень редко. За подключение задней оси на полноприводных авто отвечает муфта Haldex 4-го поколения. В ней главное регулярно, то есть каждые 30-40 тысяч километров, менять масло, иначе сгорит насос, и авто станет моноприводным. Обо всем остальном расскажем в темпе вальса. Кузов окрашен акриловой краской на водной основе. Такое покрытие достаточно мягкое, посему сколы и царапины появятся на бампере, капоте, передних арках и порогах. Дверные проемы в местах контакта с тем же уплотнителем со временем протираются до грунтовки, а то и до металла. Но в целом коррозионная стойкость у кузова хорошая, однако сколы лучше сразу обрабатывать и подкрашивать, а места потенциальных потертостей заклеивать защитной пленкой. Подвеска у шестого «Гольфа» тоже весьма живучая, а ее ремонт не опустошит карман владельца. Причем вне зависимости от мощности мотора, спереди всегда будут установлены стойки Макферсона, а сзади многорычажка. А теперь подытожим. Как можно было догадаться, покупка подержанного шестого «Гольфа» с турбомотором и преселективным роботом сулит массу проблем следующему владельцу. А вот если постараться найти бензиновый вариант с атмосферным мотором и механической коробкой передач, то такой «Гольф» может оказаться очень даже неплохим приобретением.
Это была программа «Подержанные автомобили» и я, ее ведущий, Петр Баканов. И помните, главное сделать правильный выбор. Поэтому, если вы хотите приобрести шестой «Гольф», то выбирайте модели с атмосферными моторами. Желаю удачи!